телевизоре «Два холма» назывался. Да. Не видела? Ну, я какие-то куски. Мне знакомые товарищи скидывали. Там как-то, в общем, про мир будущего. Ну, я поняла, там. У меня вылезают ролики на Ютубе иногда. Да, что там да. Все так приличненько, мужчины какие-то отдельные, их мало. Ну, да, там мужчины-хранители семьи. Да, я слышала. Ну, как-то я такое не очень люблю, оно какое-то утрированное. Мне вот. Мне не интересно. Если воспринимать это как комедию, то оно. Ну, как-то я... Вот я такие фильмы воспринимаю именно чисто поржать. Ну, я вот, мне не нравится. Смотрю, и мне неприятно. Мне нравится что-то другое. Мне больше сказки нравятся. Ну, вот сказочки. Сказочки-то они тоже разные бывают. Ну, хорошие лучше. Но в плане писания получаются сказочки души костюмные. Ну, так да. Я слышала твои сказки. Мне пока что нравится. То, что я пишу, мне, блин, читать нравится. А у тебя же четвертое еще произведение где-то? Да. Я только три читала. Слушай, уже даже пятый написал. Ну, ты вообще монстр. Ну, там, как сказать, ну, это как спортивное мероприятие, да, то есть, когда вот... Пишешь. То есть, там нужно по одному рассказу в неделю давать. Так я, пожалуйста, хоть каждый день могу. Вот. Или каждый день, или, может, для меня-то это, как, в общем, написано, как осталось еще три, если я все выдержу до конца. Ну, классно. А что не выдерживать? Это же оно развивается. Чем дольше пишешь, тем лучше уже дальше идет. Причем... Канал разрабатывается. Лучше мысли. И вот даже во всяких этих словесных баталиях удается, как сказать, ну, по крайней мере, не проигрывать, а логически собеседника закладывать на лопатки. Да, конечно, ты же как. Вот там... Ты заматерил, да, типа. Стал крутым. Там, как говорится, ну, круче, у меня только умник Виталя там есть. Ну, это да, это такой супер-партнер, с которым, типа, знаешь, как вот, ни с чем сравнить-то вот в этих вот фильмах. Который про единоборство, ну там, понятно. Брюс Ли так, смотрите, я боксировал, вышел в лиги, проиграл, вот это вот. Все понятно. Значит, я понимаю, что Брюс Ли все равно круче, да, но когда фильм не проиграл, это для премьера просто. Да? Ну понятно, ну я не люблю все эти дрязги, но тебе ну, нравится. Это никто не любит, и как бы это... Ну кто-то специально туда ходит ради этого. А? Ну я даже знаю таких людей. Вот.